Shalom, с вами Высокий Бог и Христос благословит вас. Сегодня у нас новая тема. Сегодня тема, это называет женский день. Женский день, это тоже называет 8 марта. 8 марта, фестиваль или праздник, это очень великий праздник в России, в Украине, в Белоруссии. Сегодня это тоже называют интернационал женский день, не 8 марта. Если в Америке, в Англии, это праздник сначала, это не от Библии, это не от нашей израильской Бога, это от человека. 8 марта – это мерзость перед нашим Богом лицо. Вы не можете читать об этом праздник в Библии вообще. Он никогда не дал нас от такого праздника. История 8 марта или женский день – это от, уже давно от Вавилонский, Египет, египетский, греческий, римский культуры. Там они поклоняем идоли, называют Исис, Аштарот, Астарте, Семирамис, Диана и еще остальные идоли. Никакого вы будете читать от Библии богину. Этот день я уже видел, что мужчин будет купить розу или святир для их, как сказать, подруга. Это что вы можете делать для твоей жены навсегда. Ну, остальные дни. Понедельник, во вторник. Это не только 8 марта. Купить святир – это что вы можете делать для твоей жены на остальные дни или дни. Не только один день 8 марта. 8 марта – это день для блюд и приблюдодеяния. Это как то же самое, как день Валентина – заниматься сексом с подругой, с мужчиной, с парнем. Заниматься от такого акции секс – это только между мужчин и его жена в браке. 8 марта – это мерзость для нашей Бога. Он никогда дал нас эту культуру. Еще раз, история для этого праздника – это от поклонения богине, египетской богине, вавилонской богине, и тоже греческий и римский богини и остальные народы. У нас в Библии только Бог, еврейский Бог и все. Никогда вы можете читать богиню. Моя богиня, моя солнце, и это и это. Нет. Только Бог, еврейский Бог, который сотворил небеса и все у нас сегодня. Давай сейчас мы открываем книга Исход, глава 2, стих 3. В Ветхом Завете. Читаем. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. У нас не будет другой бог пред лицом нашим Бог. Почему? Потому что остальные люди бог, они все идоли. Сейчас открываем книгу Саатир или Салом, глава 96, стих 5. Ибо все боги народов идоли, а Господь небеса сотворил. Еще раз. Ибо все боги народов идоли. Боги народов идоли. Еще раз. Я раньше сказал, что женский день – это
от поклонение богине. Мужчина будет поклонять женщину. Это мерзость. Это нельзя. Вы можете читать об этом или увидеть это в Библии, а наш Бог сказал, что это правильно. Нет. У нас наш Бог, Иисус Христос, мужчина и женщина. И когда вы увидите, вы можете увидеть, где наш Бог сказал, мужчины и женщины, они одинаковые. Бог, Христос, апостол Христос, мужчина. Апостол мужчина, женщина. И потом дети. Дальше. Сейчас мы открываем книгу пророка Иеремии, глава 10, стих 1. Слушайте слова, которые Господь говорит вам, дом Израилев. Так говорит Господь. Не учитесь путем другие народы. Еще раз. Не учитесь путем другие народы. Другие народы, они могут отмечать этот праздник, женский день или 8 марта. Но для наших людей, для дом Израиля, это нельзя. Мы не можем отмечать это, если мы узнаем, что наш Бог, Он наш Отец. А его законы сказали, что не учитесь путем другие народы. Вы не можете изменить, что он сказал. Он уже тоже здесь сказал, в Новом Завете. Мы открываем. В Новом Завете, глава 2, стих 8. А что еще он сказал? Об этом человеческом празднике. Книга Колоссянам, глава 2, стих 8. Смотрите, братья и тоже сестры, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Еще раз, по стихиям мира, а не по Христу. Христос сказал нас, если вы любите меня, соблюдите мои заповеди или законы. А на его законе вы не будете читать день рождения, как сказать, Рождество, день Валентина. И сегодня тема женский день. Вы не можете там читать. Поэтому здесь он сдал наши люди инструкцию. Смотрите, братья или сестры, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому. По стихиям мира, а не по Христу. Мы не можем делать, что остальные люди или все мир делают. Мы можем, если они делают, что у нас в Библии. Но наши люди сегодня, которые уже в нашей богостине, мы узнаем, что мир, они ненавидят еврейский, израильский Бог. Да, они ненавидят его. Они ненавидят его законы, заповеди. Поэтому они сделали, что они хотят. Они сотворили их заповеди или законы. В христианском, мусульмане, хинду, китайский религион, или индийский религион, африканский, хамити религион. Если они любят наш Бог, они будут сделать, что он сказал. Но они не наш Бог, дети. Поэтому. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark.
We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.